400 относительно честных способов отъема денег. Последователи Остапа Бендера шагают в ногу со временем, и в этом году заемщики в 6 раз чаще жаловались на потребительские кредиты. Такие данные опубликовали в Общероссийском народном фронте. Каждое 4-е обращение связано с договорами, которые мошенники навязали людям ради покупки дорогих вещей. Аферисты чаще всего идут к пенсионерам, те по доверчивости легко подписывают контракты, почти не глядя. Жулики продают все от якобы уникальной косметики до лечебного постельного белья, фильтров для воды и пылесосов. Причем очиститель в магазине может стоить 3000 рублей, а у дельцов ценник вырастает в 20, а то и в 30 раз. Кстати, официально покупатель заключает сделку с банком, а не с конкретной фирмой-продавцом. Поэтому расторгнуть контракт почти невозможно. Финансовые учреждения до последнего требуют вернуть деньги по кредиту с процентами.